Полки Ахмат Север служат бойцы, у которых за плечами большой опыт участия в горячих точках, работы в других силовых структурах. Уверен, что вы с честью будете нести службу, успешно решать задачи любой сложности. Я хочу поблагодарить руководство Министерства обороны за то, что такой короткий срок были созданы такие хорошие условия для наших военнослужащих. Поздравляю вас с предстоящим праздником, Днем Победы. Ахмад Сила, Аллаху Акбар. Меня зовут Анна Нева, я французская корреспондентка французского журнала «Le Point». У меня вот такой вопрос. Уже больше год, чем идет война в Украине. Как, на ваш взгляд, чем вы это объясняете, факт, что до сих пор нет явной военной победы со стороны России? Чем вы это объясняете? Деле, но надо у французов задать вопрос, но чего они хотят от России, но мы граждане, которые хотим жить, но в мире согласен со всеми народами, но нас сначала экономическая, но блокада, потом физическая, но и как я ответил, но Запад, Европа все объединились вокруг, но Украина и хотят уничтожить Россию. Ну, поэтому для одного государства, ну, как я сказал, он не так быстро победит, но он десятки государств, которые, ну, он для лица, ну, он Америки выступает, ну, против, ну, нашего государства. Поэтому победим однозначно, уничтожим, да, он сатанизм, да, он экстремизм, да, он, как мы победили в Чечне, да, он этих шайтанов, так и победим, да, он и на Украине, да, он нам... Ну, я здесь была во время Второй войны, когда здесь была война, Вторая Чеченская, я здесь была всю войну. Это другая война была. Тогда вы должны знать, да, на каком, да, положении мы были, да, и как это разрушена была республика, и что сделала Россия. Да. Россия дала, да, народу выбрать свою судьбу, как они хотят, с кем они хотят жить, да, и в дальнейшем, да, его судьбу, да, народ сам определил. Да. И мы победили терроризм и восстановили республику, живем в мирной, да, дружной семье. Да. Спасибо. Товарищ полковник, личный состав 96-го полка оперативного назначения для выполнения СВО построен. Салам алейкум. Готовы к выполнению служебных задач на 100%, выдвигаемся в зону СВО. Обеспечены на 100%, все снабжение, все есть у нас. Ой, Амадай, не отъедуй, да, мола. Рамзан, стелин, задач, любой чавар, чавка, кривое. Готовы до кое-что, дальше мы на Ахмад Сейда, Аллаху. До последней капли крови на пути Ахмата Хаджи Кадырова до конца, иншаллах, Аллаху Акбар.